Шымкенте уже неделю на карантине жители массива 20 лет независимости. Там жили двое больных коронавирусом. Паника, которая охватила людей в первые дни, прошла. Специалисты обработали каждый дом в населенном пункте и изолировали контактных. Как живут люди в закрытом населенном пункте, расскажет Катерина Попкова. Этот жилой массив в Шымкенте – зона карантина. В заперти оказались почти 3000 человек. Так теперь выглядит самоизоляция. Два раза в день в населенный пункт приезжают военнослужащие, чтобы провести дезинфекцию. Обрабатывают каждый двор, задействованы и коммунальные службы. На территории населенного пункта открытыми остались два магазина. В городском акимате заверили, что продукты туда доставляют бесперебойно. Магазин бар, товарлар бар. В магазине товар есть, хлеб нам каждый день привозят, другие продукты тоже есть, все продаем. Однако местных жителей нельзя назвать образцом дисциплины во время карантина. На брифинге аким Абайского района Бухарбай Парманов отметил, что люди, боясь потерять работу, пытались покинуть населенный пункт. Он пообещал, что рабочие места за всеми сохранятся. Многодетным и малообеспеченным семьям также оказывают помощь, но нарушать режим никому не позволят. На сегодняшний день два блокпоста там есть. Сотрудники правоохранительных органов круглосуточно следят за ситуацией. Из районной полиции 20 человек там. Еще 14 сотрудников из 6-й бригады, патрульный полк, СОБР, медики работают. Заперти жители микрорайона просидят еще 8 дней. Каждый день врачи измеряют у них температуру. В городском акимате просят горожан с пониманием отнестись к принятым мерам. Важно не допустить распространения вируса в городе. Катерина Попкова, Шымкент, Хабар 24.